Владимир Александрович, как дела? Ну, дела у меня отлично, только благодаря вам и вашей клинике. Это порядок. Большой порядок. На самом деле, действительно, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания – это лидеры по смертности в настоящее время в мире. И в университете имени Сеченова существует целая программа по комплексному и этапному лечению подобных пациентов. Эти пациенты, которым раньше было, чаще всего было бы отказано в специальном лечении, их не брали на онкологическое лечение по причине инкурабельной патологии сердца. Соответственно, сердечная патология являлась противопоказанием для лечения онкологического заболевания. И сейчас мы вышли на такой уровень, когда мы можем этим пациентам помочь. То есть сначала было выполнено на работающем сердце операция на коронарных артериях на сердце. И через пару-тройку недель был выполнен второй этап малоинвазивной хирургии, это роботическая гемиколэктомия. То есть удаление правой половины толстой кишки с помощью робота. Поэтому, когда у пациента есть два злых врага, это заболевание сердца и онкология, это не приговор. Мы, по сути, меньше чем за месяц решили эту проблему. Примерно. Да. Я говорю, благодарен судьбе, что я попал в эту клинику к таким специалистам. Очень большие профессионалы, и здесь сильная команда. Очень сильная. Никто никому ничего не объясняет, не говорит, они делают свое дело. И это дело... Я сейчас, может, это очень высокие слова, но на самом деле... Это люди, которые помогают людям, они дай Бог им здоровья от всей души.